В Майнкумском районе Жамбылской области обнаружено место зимовки Керей-хана. К такому заключению пришли участники историко-археологической экспедиции. Сейчас ученые приступили к сбору информации и исследовательским работам. Наряду с этим к 550-летию казахского ханства будет выпущена новая карта Великого Кочевья. Проект инициирован учеными трех вузов республики. Писать новую карту, по которому пришли из Сарыарки в низовье реки Шу ханы Керей-Жанибек, археологи начали с Жамбылской области. Исследован весь путь кочевников. Членам экспедиции предстояло уточнить название древних памятников, дать им научную оценку и взять на контроль новые исторические места. Талас, Сарысу, Шу и Мойнкум. Исследованы эти четыре района области, от местности Саудакен до Косбасы. Такого рода работы проводятся впервые. Карта Великого Кочевья – историческая новость. В новую карту вошли четыре древних городка и пять исторических памятников. Ученые провели научный анализ и необходимые исследования. Настоящей сенсацией стала находка места зимовья Керей-хана. Ученые обнаружили его в низовьях горы Хан в Майнкумском районе. Во времена казахского ханства здесь были 8-9 комнат из каменной кладки. Толщина наружной стены составляла 2 метра. Ее тоже возводили из камня. Это уже изученный и доказанный факт. Несмотря на то, что цель экспедиции достигнута, останавливаться нельзя. Работа должна найти продолжение. По возвращении экспедиции на базе Тарасского государственного университета состоялась научно-практическая конференция на тему «Казахское ханство на рубеже тысячелетия. Историческая преемственность». Ведущие ученые Германии, Индии, Китая и СНГ проявили огромный интерес к новым историческим фактам. На конференции озвучено много интересных и новых фактов. Очень важная встреча. В настоящее время история Китая и стран Центральной Азии, Казахстана в том числе, вызывает большой интерес у мирового общества, особенно история Великого Шелкового Пути. Если казахстанские историки предложат сотрудничество, с удовольствием соглашусь. Сейчас ученые предполагают, что в низовьях горы Хан могут быть найдены останки ханов Керей и Жанибека. Чтобы выяснить это, планируется создать новую исследовательскую экспедицию. Елена Шрайбер, Айхан Тажибаева, Руслан Бакытбекулы, Рауан Байкинже, Бакыжан Бапаев, Жамбылская область.